хватит. Ты можешь стать рэпером, что? Я вот же бейсболку надел, видишь, специально. Я вижу. Вот люди нас уже узнают. Вот, все. Все, друзья, каждый из вас, каждый сможет стать певцом. Но вареные яички на день рождения для тебя. Да, скриптонит — это как будто какая-то транскрипция, короче, в русском языке. Это можно говорить на камеру? Эчкерей — это Мещарин говорит так. А Эчкерей — это говорит татарин. Более успешные люди на БМВ на нас как-то странно смотрели. И каучонок просто. Встречайте, каучонок, понимаешь? Больше похоже на какую-то печку, короче, гриль. Вот это уже не вырежется. Потому что на футбол в Нижнекамске из девушек ходит только Вера. Тебе нужно пересесть сюда, ну, потому что у них праворульная машина. Я купил в России, у меня родственники. Все. Ой, лёли-лёли, да здравствует футбол. Мы в тебя верим. Всем привет, меня зовут Рустам Калимуллин, это 7-й выпуск «Караоке такси». Честное слово, пока не знаю, что он готовит для меня, будут ли сегодня мои гости, клиенты такси «Лайт» петь, но посмотрим, но очень хочется все-таки, чтобы эта передача была насыщенной и музыкальной. Но я думаю, что вы также можете воспользоваться такой возможностью, заказать, позвонить, проехаться бесплатно, ну, соответственно, нужно попеть. Ну, а мы пока погнали. Здрасте. Че, все в режиме онлайн? Да. Че, уже работаем? Здрасте. Здрасте. Вы попали в караоке такси. Вау. Нет, а вы умеете петь, нет? Просто вот вы написали, что надо вас довести от одного места в другое. Ну, так. Относительно. Сергей Миллерович. Привет. Здравствуйте. Как настроение у тебя? Давай сразу начнем с веселья. Ну, какого веселья? Смотри, какая погода. Вообще ужасная просто. Ну, давай попробуем поднять настроение и тебе, и мне. Давай. Может быть, что-нибудь получится. Вера, я вот как бы, смотри, увидел сразу вот этот, я просто занимаюсь этими вещами, вот я это? Вижу, что это селфи-палка. Это, ну, не для... просто селфи-палка, ну-ка. Она же для чего-то предназначена. Для чего, ну-ка? Для самообороны. Все, я понял, ты тоже занимаешься блогом, да, насколько я помню? Да, я начинающий спортивный, так сказать, видеоблогер. Ну вот это неожиданно, да, для многих, наверное, для многих вообще, кто сидит в интернете, ну, как бы увлекается спортом, мужчина, тем более, да, для них, наверное, типа, как так, девушка увлекается спортом, и не просто увлекается, а снимает еще и рассказывает про это. Еще является мисс футбольный клуб «Нефтехимик» и финалистка конкурса «Мисс ФНЛ». Ты знаешь, что такое ФНЛ? Кстати? Я знаю, футбольная национальная лига. Вот. А я знаю, почему ты являешься мисс, потому что больше никого нет там. Потому что на футбол в Нижнекамске из девушек ходит только Вера. Потому что ты ходишь одна. Все-таки вот смотри, Вер, обновился дизайн полностью, да, хоккейного клуба «Нефтехимик». Ну, я так понимаю, ну, полный ребрендинг, можно, да, так сказать. Это как... что-то похоже на НХЛ. Знаешь, что самое интересное, что приезжает команда, вот я сколько ходил, да, там, «Барсы», короче, у них там, там, «Амурские тигры» какие-нибудь, да, там, я не знаю, там, «Лока», да, там, такой логотип, там, «Л», там, все, там, и «Каучонок» просто, встречайте, «Каучонок», понимаешь? И вот сейчас «Волк», я такой думаю, ну, вот же, ребята, вот же, а для простого обывателя, как я это вижу, «Волк», который злобный, выходил, заряжал публику, типа, вот, я такой, мы команда «Волков», мы всех там, вач, и все такие, о, смотри, какой «Волк», и выходит вот этот, ну, погоди, и такой, ну, ребята, трем, как... охота вот такую песню включить, и типа он такой, ну, ребят, ну, как бы, ну, сыграем немножечко, ну там что получится, то получится, вы уж извините. Он говорит, селфи, говорит, я с вами хочу. Вот люди нас уже узнают в караоке такси, может быть, тебя узнали. Трофим, короче, поет классную песню. Трофим? Да. Про футбол? Да. Рули!
Я рулю, рулю. Стали стройки, заводы, застыли выходы, входы. Свернул войну за прибыль, частный капитал. Сегодня сборная наша, поберегись, Made in Russia. Жила биться за путевку на финал. Под майкой с номером раскрыты крылья. В трусах и бутсах бьется пламенный мотор. Раз уж ты здесь, и мы говорим о том, что ты занимаешься блогингом, соответственно, ну, как мы друг другу помогаем, есть возможность распиарить так немножко свой канал в плане того, что, друзья, добавлять, как он называется? Так, мой канал называется «Дневник болельщицы». Ну вот, Вера Верц, «Дневник болельщицы». То есть мой канал некий фан-ТВ. Действительно, можете найти там себя, если посещаете хоккейные и футбольные матчи. Ой, лёли-лёли, да здравствует футбол. Ой, лёли-лёли, ща как забьем им гол. Ой, лёли-лёли, страну не посрамим. Ой, лёли-лёли, возьмем и победим. Спасибо тебе огромное за то, что теперь я знаю песню про футбол от Трофима. Клёво. Я на самом деле, да, вообще как бы, ну, не в курсе. Она прикольная. Рассказал все про российский футбол в одной песне. Вера, спасибо тебе огромное за экскурс по спортивному миру города Нижнекамска, да, по футболу, там, по хоккею. Дабы не получается следить за командами. Но, в общем-то, примерно рассказала все, как это все дело происходит. Поэтому сказать тебе огромное спасибо и за песню, которую ты открыла для меня, Трофима, да, про футбол. Вот. Ну и, наверное, обращение ко всем, да, ходите, болейте. Все на футбол, все на хоккей, ходите. Сейчас мы едем к следующему клиенту, который также написал мне в директ, что он хочет прокатиться в караоке такси, проехаться бесплатно, но, соответственно, как бы я напомнил, что надо будет петь. Ну вот, в общем-то, песня, которую вы выбрали, это группа, как называется? Я просто, честно скажу, я старый, короче. Старый? Я, да, максимум я... Ну вот я одеваюсь просто так, чтобы казаться моложе. На самом деле, я не знаю, не рублю во всех этих новых песнях, короче, треках, как правильно говорить? Короче, треках, да. Вот, я максимум из последнего, что я знаю, это вот я ставил для своего друга, это T-Fest. Сейчас вот я узнаю, что есть еще одна модная песня, да? Продвигаем тебя. Ну, давайте. Так. Как называется-то? Розовое вино. А, розовое вино. Ну, хорошо. Ее все же знают. Ну, наверное, как бы. Так красив я перестаю дышать. А, я знаю эту песню, звуки, да? На минимум, чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая вода, магия цветов со льдом наши стаканы. Перестаю дышать. Вот так он поет. Звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая вода, магия цветов со льдом наши стаканы. Можешь мне назвать 5 самых крутых треков, которые слушают сейчас, ну, все слушают там. А давай не треков, а... Пар, две лесбухи, давай... быдло, гашек, ящик. Бар, давай, бар, быдло. Бар, две лесбухи, быдло, гашек, ящик, Миллер, бармен, загоняй, что-то там. Короче, на я понял. На сегодня ты киллер. Я понял, смотри, идея какова, да, нынешних песен. Люди не заморачиваются над текстами, это просто набор слов. Да. Я по факту, вот ты мне сейчас спела песню, я тебе могу сейчас новую сочинить. Давай. Смотри. Просто мы едем по улице, я тебе говорю, машина, билборд, дерево, там, я не знаю, колесо, ништяк, офигенно, светофор загорелся, и мы видим знаки, знаки препинания. Нет, это не рифма, это просто обаяние. Как-то так, я не знаю. Вот, все. Все, друзья, каждый из вас, каждый сможет стать певцом, просто надо словарный запас побольше, да, чем у меня. Девочка тянется и хочет быть сегодня одна. Какая разница, где? Что там на номера? Можешь даже не набирать, можешь даже не набирать. Я хочу гореть.
ты давай пока проигрыш, ты мне покажи молодежные движения, чтобы я мог, ну, когда молодежь садится, и я мог танцевать. Так. Как под эту музыку танцуют, я все время не могу. Как? Но я буду по-своему танцевать. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Видишь, я тоже могу придумывать новые крутые движения. Это у меня заготовочка. Чувствуется. Поп-локинг называется. Да-да-да-да. Ты давай, теперь 5 молодежных слов, вот, которые сейчас очень популярно гуляют. Кроме хайп, там антихайп не канает. Что такое? Эшкере? Эшкере. Это прям вот... Это прям сейчас все просто все. Что, серьезно? Эшкере, да. Или это у вас где-то просто в какой-то компании? Нет, нет, сейчас просто, сейчас треки пошли, и там вот сейчас модно вот это вот эшкере болтать. Это что там означает, я забыла. Это так, это, короче, да, с запада пришло, вот откуда там. Сейчас это у нас модно. Послушайте Фейса. Да, ну давай, эчкере дальше. Эчкере. Эчкере. Эчкере, татарин, зла, что ли? Это эчкере, это... Эчкере. Нет, эчкере, это мещарин говорит так. Мещарин. А эчкере, это говорит татарин. Ну, мещарин, они че выговаривают вместо ще? Они говорят не щай, а чай. Ну что же, спасибо тебе большое. В общем-то, круто спела, научила меня каким-то новым словечкам, новым... Показала мне новые песенки. Буду теперь хайпить. Как там, в какую сторону это делает? Вот так? Да. А ты знаешь, как это движение называется? Я у всех спрашиваю, никто мне не может ответить. Вот, в общем-то, песня, которую ты выбрал. «Волга-Волга», КВНовская «Ира». Поэтому давай, Сергей. А мы же погромче не слышим тебя. Мы в тебя верим. Раскинув руки широко, как будто крылья дельтаплана, лечу надежно и легко над территорией Ирана. И рано вспоминать слова, которые ты говорила. Идут к вокзалам поезда. Ну что ж ты, Ира, натворила? Ира, рай-рура, Ира, рай-рурира, Ира, рай-рура, Ира, рай-рурира. Приглашенные гости, которые у меня в такси, приглашенные именно, которых я зову и говорю, типа, блин, ребят, надо попеть, они профессионалы, понимаешь, в плане вокала, там, в плане музыки. Но я так понял, вот ты сейчас... А мной ты ошибся вообще, полностью, целиком. Хотя у меня есть музыкальное образование, представляешь? Да ладно? Да, у меня просто... Ты же ноты не попадал там. Ну, дело в чем? Дело в том, что я после болезни... И поэтому слух у тебя нарушен, осложнение, да? Дали на уши, короче, в один момент. И я реально ничего не слышал. Но так себе отмазка, да? Раз уж вот у тебя, да, с твоей девушкой есть студия английского языка, вот хотелось бы все-таки понимания, да? Знаешь ли ты английский язык? И это проверка на прочность, на профпригодность, понимаешь? Давай это тоже вырежется. Yes, of course. Вот это уже не вырежется. А, дальше? И скрипнул тормозной колодкой, и обливала меня водкой. Когда сыхался я с тоски, тоски рисуя кренделя на пифагоровой страничке, но вареные яички на день рождения для тебя. И, блин, я коснусь. Не попал, давай так. Ира, рай-рурира, Ира, рай-рура, Ира, рай-рурира. Ну, ты можешь прям предложение сказать, типа, спасибо большое, Джин Калимулин, за предоставленную возможность проехаться в караоке-такси? Мне вот здесь выйти, вот надо, короче, тормозни, пожалуйста. Thank you very much, Рустам Калимулин. Дальше. Рустам Калимулин, Рустам Калимулин.
you're nice driver. Вот. Ну ладно, окей, thank you. You have very sing или song, не помню, короче. Ну вот и подошел к концу этот выпуск. Я надеюсь, что он вам понравился. Ну, по крайней мере, я старался. Люди, которые сегодня здесь были у меня в гостях, тоже старались петь, веселиться. Кстати, предлагаю вам делать то же самое. Звоните, вызывайте меня. Я буду приезжать, будем петь, будем общаться. Ну и, конечно же, для вас поездка будет совершенно бесплатной. Я же с вами прощаюсь. С вами был Рустам Калимулин. Всем пока-пока. Увидимся на дорогах.